Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский, Антон Власов. И сегодня у нас безалкогольный пивообзор. Многие просили сделать пивообзор именно на безалкогольное пиво. В частности, Лёша из Немайги, потому что, как я понял, они там не пьющие. Но было бы интересно услышать, что думаем мы, пьющие, да, по поводу безалкогольного пива. Я какое-то время назад, когда бросал пить еще в первый раз, не во второй. Интересно. Да. Повелся на безалкогольное пиво, выпил буквально несколько сортов и сказал, это полная хуйня, уж лучше пить компот, чем безалкогольное пиво. Но сегодня у нас не только бичевое безалкогольное, но есть и дорогое, поэтому, возможно... Понравится тебе, ты перейдешь. Но об этом мы узнаем в ролике. Я предлагаю начать с чего-нибудь, наверное, традиционного. Может быть, с Балтики, но легким. Ну, то есть ты хочешь... Я сразу скажу, что, ну, это, конечно, самое все дешевое. Вот эти вот я купил... Холодненькое. От 100 до 150 рублей вот эти стоили. Ну, за исключением БАДа вот эти три. Я думаю, что, наверное, будет хорошо. Я будто в той рекламе старой пепси-колы, где чувак такой усталый, бля, как заебался, прикладывает банку и потом... Обливается, типа такой, ох, жарище сегодня, я думаю, я прям вылью на себя. Вот хуйня ебаная, обливаться газировкой, твой будешь, на тебя мухи сядут летом, ты будешь идти как чушка. Да, такое, ну это же реклама, чувак. Понятно. Ну уж лучше обливаться ей, чем пить ее, блядь, ёпта. Не забывайте, газировка опасна. Очень вредная. Да, и безалкогольное пиво, в нем все равно есть градус, поэтому... Если вы не завязавший алкоголик, который очень любит пиво, то лучше даже не пробуйте. Ты серьезно? Вот я из-за этого машину сегодня бросил дома и приехал на такси. То есть из-за того, что здесь все-таки есть градус, конечно. Ты пиздишь. Я рекламу видел недавно чувака, типа останавливает мент, а он с бутылкой пива. И мент подходит, он такой безалкогольный, а он его типа здесь просто нельзя стоять. И он такой, типа, блять, штраф ебали. То есть, как бы я думал, что так же я поеду, просто типа я тоже с бутылкой пива, мне скажут, ты безалкогольный. Да, то есть от тебя унюхают запах пива. И ты... Мне кажется, в России там, если ты говоришь, я пил безалкогольное пиво. Да все так говорят, я пиво. Думаю. Пиво! Ты пил пиво? Все видели, блять. Вы видели на камеру? Он сказал, пиво пил. Ну, в общем, давай, чтобы. За здоровье, за твое. Чтобы не чтобы возвращалось. Попадать в такие ситуации. У кого... Ёбаный квас. Да какой же это квас? Квас вкусный. А вот для меня и квас невкусный. Квас больше похож на пиво, чем это. Это как... Когда я работал в Apple, я побежал за булочкой на обед и нашел безалкогольный ягуар. И тогда я его купил и пришел, мне... Запретили выходить из подсобки какое-то время, пока я не выветрился. Но скажу я вам, первые глотки были реально крутые. Я подумал, что прямо вот оно. Сложно было бы действительно. Не, если бы покупатель нажаловался, объяснить ему, это от меня пахнет безалкогольным. Это как лимонад. Ягуар, да, просто вкус и запах ягуара. Я не пил ягуар, я пил безалкогольный. Я никаких ничего не нарушил. Я абсолютно я такой же, как и был. Ни в коем случае. Это вообще нонсенс, чтобы я был когда-то, в принципе, пьяный на каком-то деле. Ты нарочно так говоришь? Ты же знаешь основную причину увольнения меня со всех моих работ. Я знаю, что ты был пьяный на всех работах. Или ты в воздух просто говоришь, или мне. Если бы меня хотят обратно взять, просто я... А я так скажу! В Ирландии, например, и Шотландии считается нормальным в обеденный перерыв пропустить пару кружечек пива. И людей не считают алкашами. Если ты таксист, то... Я ирландец, блядь, нахуй. Не таксист, блядь. Что будет, если я... А что плохого в том, что я... Я много матерюсь. На обед съем пару воздушных шариков. Что в этом такого? Я много матерюсь, у меня религиозное воспитание, я пропоец, поэтому я очевидно ирландец, чувак, как я об этом не думал. Еще я кучерявый, но только не рыжий, но достаточно рыжий для ирландца, нет? Не знаю, я знаю одного ирландца, ты на него совершенно не похож. Вот если все такие ирландцы, как тот ирландец, то ты... Самый натуральный русский. Ладно, пишите в комментах, какого ирландца Антон имел в виду. Попробуйте угадать. Победитель получит возможность допить вот эту вот санину. Мы отправим ее. Балтика нулевка очень плохо. Если сравнивать с Балтикой тройкой,
классическим санкт-петербургским лагерем, да, но это сака, это... Слушай, я не знаю, вот будет ли из этих всех банок не сака вообще-то? Я даже оценки не буду ставить, давай мы будем ставить только тому оценки, что заслуживает ебаных оценок. Ну хотя бы 0 там 1. Оп. Так, Юрий. Хайнекен. Ну, кстати, отрыгиваешь от него, как от настоящего пива. Это да. И ссать бегаешь так же. Но, если вы не любите пиво, но любите отрыгивать и ссать, например, то безалкогольное пиво – это ваш выбор. Хайнекен пошел. А пахнет дюшесом, кстати. Ну, по крайней мере, не так вот прямо это... мерзотно. А не, знаешь, там вот нулевка, такое ощущение, что прям откровенно ноль. Тут, мне кажется, что-то может 0,1 есть. Но тут кислит оно при этом, в отличие от нулевки. То есть оно... Как будто они пытаются повторить вкус пива, и вот чуть-чуть ошибаются при расчетах. Каждый в свою сторону. Кто-то вот перегорчит, кто-то перекислит, кто-то санину вместо пива, блядь, нальет в банки. Ну ты знаешь, на самом деле, вот если... Вот на выдохе я бы даже, наверное, 2 поставил. Я бы 2 поставил бы, потому что очень похоже на пиво, но... Оно такое, как бы... И не квас, кстати. Это и не квас, и не алкогольное пиво. Это что-то нечто среднее. Ну, двоечки заслуживает. Угу. Двоечки заслуживает. Думаю, что да. Ну, по цвету, кстати, оно более светлое, чем обычное пиво. Может быть, с цветом чуть даже не угадали, но... Но, по крайней мере, это более-менее похоже на пиво. Типа... Ну, все равно бы я... Если прям вот вы вообще не шарите в пиве, то можно даже убедить себя... Что ты алкоголь выпил. Загипнотизировать, да, что вы как бы пьете пиво. Вот можно, в принципе, пранкануть даже с такой банкой, в принципе. Туборг. Кстати, Туборг одно из самых неплохих напитков, так сказать, алкогольных мельных, которые я пил... Ну, конечно, детство очень хорошее, не знаю почему-то. Ты, кстати... Помнишь, я ушел с дня рождения нашего общего друга покупать себе другое пиво, кроме Туборга? Ты разбил его? Меня... А, я разбил водку, ты путаешь, и нечаянно, и в метро. А это я пошел, и меня менты приняли, блядь, ёпта, пока я шел. И по-моему, я пешком добирался. Вот насколько я не люблю Туборг, типа... Потому что ну, ты мы... Хотя, конечно, если бы знать... Нет, я к тому, что мне не нравился вкус Туборга, поэтому я пошел другое пиво взять. Я же не знал, что меня примут, да? Но, как бы, если бы я, наверное, знал, я бы и попил Туборга. Не настолько я его не люблю. А ты знаешь фирменный запах Туборга? Вот попробуй, понюхай. Он пахнет Туборгом. Нет, я не знаю фирменный запах. А вот это он. То есть повторен 100%. Пены, кстати, больше, чем обычно, вот, в предыдущих. Это точно не пиво. Кислый такой. Как будто таблетки кто-то в воде размешал. Знаешь, там аскорбинки какие-то или что-то такое. Добавил туда колдрекса немножко. Даже не знаю... Ну, это, может, похоже на Туборг, но тогда Туборг не пиво просто, блядь. Нет, я помню, Туборг вкусный был. Это точно не он. Он пахнет как он, но не Туборг. Не наливай так много, мы ж не знаем, моча это или нет, зачем так много налил. А, что такое? Тяжело допить, блядь. Надо, чтобы вкус полноценно разошелся букетом. У нас вообще должен быть пивной имбирь какой-то. Вот я не знаю просто, что может быть... таким имбирем. Ну не гренки же ебаные с маслом, блядь. Вы посмотрите на нас с Антоном, нахуй, ёб твою. Что-нибудь такое раз, перебил вкус и следующее пиво. Поэтому просто много пьем, чтобы начальный вкус перебил прошлый вкус, надо а потом было уже... нормального пива взять. Глоток хотя бы делать, чтобы перебить. Да-да-да, типа алкогольное все, как бы очистилось там эти все микробы поганые безалкогольные ушли. Нет у тебя ни баночки, блядь. Может, что-нибудь другое. Абсентом. Например, так очень точно. О! Не в кайф. Опять без оценки остается Туборг, к сожалению. Странный вкус, ничем не похожий на пиво, типа. А кто вот
для кого вообще эти все нулевки сделаны? Кто эти люди? Ну, кто любит именно пиво, но не может позволить себе выпить в какой-то конкретный момент. Блять, настолько ты не любишь лимонады, блять, что ты аж готов пить безалкогольную мочу. Ну да, не все любят лимонады. Лимонады сладкие. Вот есть бат у нас, кстати, следующий. Кстати, можно не сладкий, какой-нибудь типа Швепс там, который... Это тоже химоза газированная, чувак. Это, бля, либо ты воду пьешь, бля, либо хуйней страдаешь. Либо вот алкоголь. Но когда за рулем, например, или это, некоторые думают, что можно выпить там пару баночек. А нельзя? Друзья, напишите в комментах, правда ли, что... Ну тут 0,7 градуса, давай посчитаем. 0,7? По-моему, это безалкогольно, чувак. Когда безалкогольно, там должно быть стремиться к нулю. Ну, в среднем там, ты чувак, даже в кефире есть градус. Ну, с безалкогольным точно есть какой-то градус. Короче, это не полностью безалкогольно. Но я уверен, что его нужно выпить, блядь, несколько литров, чтобы вот... И, кстати, я что вспомнил, оно в 3 раза менее калорийное в среднем, чем вот обычное пиво. Актуально. Да-да-да, то есть от него не растолстеешь, но с другой стороны и нахуй его вообще пить. Действительно, да, написано не более 0,5%. Да-да-да, 0,5, ну 0,5, 0,7 там это, знаешь. Ой, какое пенное. Тут оно сладкое прям какое-то, как... Неужто пахнет крабом палочками? В натуре, чувак. Ты понял? Да, таким причем, знаешь, не... Я вот чувствую, что что-то такое вот именно из еды, блядь, вот нихуя там не солод, нихуя. Ну, если вам нравится запах крабовых палочек... Кто-то свою крабовую палочку, похоже, там ласкал, чувак, и мне кажется, что это такого... Мистер Крабс окунает. Да, уникальная банка какая-то, только нам такая попалась. King of Beer. Ну, мне бат не нравится и без алкоголя, в смысле, алкогольный, потому что он достаточно порожняковый. Все американские лагеры, они такие, как будто разбавленные для русского человека. Я не знаю, ставь лайк, если согласен со мной. Типа, вот хотелось покрепче. Балтику-тройку пьешь, и Балтика-тройка это Балтика-тройка. Пьешь бат, и как будто вот разбавили какое-то другое пиво. Заслуженная оценка 0 для этого пива. Сладкое? Почему оно? Оно причем не сладкое, как Эссе, например. Оно такое мерзкое, сладковатое, как вот такой отстоявшийся реально салат с крабовыми палками. Да, когда да, уже... знаете, когда покислил немножко даже. Да, майонез такой, типа, уже меняет свой цвет немного, типа, такой с душком становится. Не, кал полный. Получается, у нас пока только... Пока только Хайнекен заслуживает хотя бы двушки. Ну, у нас есть теперь тяжелая артиллерия. Это, да, это дорогие. Начнем с Бакля. Вот это пиво я однажды взял по ошибке, по-моему, в каком-то магазе, потому что... Ну, ёбаный в рот, посмотрите! Каким хуем тут понять, что оно, блядь, безалкогольное, нахуй? А что, там не написано ничего? Не, написано, но он алкоголик. Но ты смотри, как это вплетено! Блять, это прямо часть, вот какой-то просто куча этой бязи, блять, ёбаной рыцарской. Так это ремень, смотри. И тут вот так вот, блядь, прямо над премиум квалити и, блядь, ёпта, imported from Holland. Я чё должен, ебать, вот прям всю эту поебень прочитать? Не, ну если ты ответственно подходишь к выбору пива, блядь, то тогда ты прочитаешь. Ну я так один раз... Оно ж не дешёвое, братан. Проебался, и мне тогда не понравилось. Но мне, возможно, не понравился сам факт того, что я купил, блядь. Я понял тебя. Безалкогольное пиво вместо алкоголя. Не стал его пить? Не, конечно, выпил. Почему? Заплачено. О, за что, как заплачено, так и заплачено. Ну, во-первых, мы переплатили здесь за стекло, блядь. Во-вторых, это импорт полный, скорее всего. Здесь, а, нихуя, Не, по-русски тебе, блядь. Залупу тебе. Ну, блядь, наверное, FTV разливается где-нибудь, наверное, да? Баклер, пожалуйста, вроде типа американская хуйня, на самом деле. Непонятно, нихуя. Слишком мелко. Вот настолько мелкий шрифт, что аж, блядь. Горчит. Ну, слушай, кстати. Похоже на пиво, но горчит. Но оно не похоже на все остальные, которые были в Хайнекен, и это... Ну, поставишь оценку? Я думаю, да, скажешь. Если бы горечь убрать, вот. Если честно, вот если бы мне нужно было за руль, я бы пошел бы в кино. Может быть, я даже взял бы Баклер вот такой вот и выпил бы его в таких вот рамках, типа, смотря кино. Но это все равно на троечку. На тройку. Даже этот много, блядь, кстати, тройка-то.
намного лучше, чем Бад, Балтика. Тяжело привыкнуть к горечи. Вот она прям мешает улавливать вкус пива. Она доминирует. Вот как будто... Просто если была бы горечь, и она сопровождалась бы бьением по шарам, алкоголем, она была бы наоборот в тему. То есть ты бы такой выпил, поморщился, на тебя как бы немножко подвыпил ты. А так просто мерзко пить. Типа ты пьешь, но... Ну, как будто бы пиво... Не поставил бы больше двойки. Такое самое плохое пиво, что вы пили в вашей жизни, вот может походить по вкусу. Но это типа как будто бы... Причем мало, всего 355 миллилитров за большие деньги, чем тоже Хайнекен. Нет. Давай-ка попробуем импортную все-таки поебень. А где же она? А это вот... Нет, это тоже. Да что ж такое-то, блядь? И тут этикетка. Что за хи... Вот современный мир, да? Приходишь такой... О, Клаус Каллер, оригинал. Где делают, нахуй, сука, блядь? Город Мытищи, нахуй, ёпта. Пиздец. Вот где ты такой... А въебу-ка я Клаус Каллер, прямиком из Мытищинской пивоварни. Там же варят Клаус Каллер с какого, нахуй? Оказывается, Мытищ? С 1700, блядь, с 1200 года, нахуй. Древнейший завод. Это тоже, да? Пиздец, я это прочитал уже. Алкохай фрей май сей львей сей, блядь. Где? Ну, тут написано, что это Германия, блядь, а потом написано, вот что... Ну, вот ее наконец тогда приближал. Нет, а на самом деле там еще вторая... А, так это импортер. Так значит, все? Правильно, да, значит... Попробуем хотя бы этот Майс Вейс, блядь. Бравый рай. Майзер КГ. А, Гинденбургское шоссе 9. Я там, естественно, был. Надо же, да, его именем назвали, блядь, еще и, блядь, и улицу, да, заебали. А ты думаешь, после дирижабля? Да, все, в смысле, иди, о ком человек ты был награжден сам дирижабль, блядь, сгоревший. Ой, как будто мыло. Чувак, это, блядь, мыло. Да, это не щиплет глазки. Чувак, это мыло. Вы посмотрите даже на бутылку, тут пузыри внутри. Ебать, мы мыло въебали. Оно такое, знаешь, прямо вкусное. Прямо это, прям вот как будто бы даже хочется не пиво. Хочется мыло поесть. Хочется, да? Пойти, да помыть с рот. И выплюнуть все это говно. Не, вообще... Бесполезная вещь, она как будто реально детям в школе раздавать каким. Там, если, да, просто, знаешь, какое-нибудь там воспитание. Как пиво и молочный коктейль или что-то такое. Кстати, да, что-то есть такое от молочного. Не, ну вкус мыла стоит прям вот как будто реально... Стойкий. Прям, да. Я мыл не ел, конечно, но, блядь, я не знаю, как это еще описать, оно прям вот... Оно так выглядит, блядь. На, не знаю, блядь. Шампу. Может, оно столько и должна стоить, дорогое мыло? Может, и мыться можно, блядь, тут не... А хуй знает, что тут написано. Кстати, блядь, я слышал, что реально пивом можно мыть волосы, они, типа, становятся более крепкие, что-то такое. Попробуйте, друзья, отличная идея, по-моему. Ну, нет, чё, в этом хорошего, блядь, ты чё, охуел? Ну, я не знаю, как это оценивать. Как мылу я ему ставлю 2,5, то есть я бы... Если бы я хотел есть мыло, бля, я бы пил это пиво. Но как пиво, наверное, ноль, бля. Бля, чё, мне так скучно. Давай какую-нибудь банку, бутылку. Алкоголя, да? Чивасан допьём. Можно вон тот возьму джин и тоник? Нет, чувак, а он же открытый, бля. Нет, мы его тогда не стали, по-моему. Ну, бери. Промочи горло. Можем переходить к... Вот это я понимаю. 9, ёпта. Сразу жарко стало. Надо, дай хлебну хоть это. Просто уберу привкус. Да, наверное, последнее самое будет вкусное. Какое-нибудь пиво. Сейчас буквально глоток, а то... Ещё один. Прополоскали. Прополоскали рот. Теперь можно... Теперь можно и... Так, не откручивается. Вот те раз, блядь, еще сколько проблем, да? Открывашку иметь, чтобы открыть безалкогольное пиво, вы с ума сошли. Я же не алкаш. Я же не алкаш, у меня нет открывашки, я купил просто безалкогольное пиво, как-то.
Это по цвету, ну, такое, конечно, более золотистое, смотри. Какое? Я просто смотрю. Так, так, так. А, ой, какое пенное, ребята, посмотрите. Странно, я думал, что после видоса про алкогольные энергетики я сорвусь, а не ты. Но видишь, как оно повернулось-то, блядь. Где же я сорвался? Видимо, как раз вот алкогольные энергетики, они больше, и всякие коктейли, для людей, которые не алкаши. Типа, алкаши такую хуйню не заманишь. Алкаши водки выпьют или пиво там, блядь. Ну, я тебя понял. Красненькой. Я предлагаю в следующий раз сделать обзор на Golden Cap. Я не знаю. А, сидр. Сидр? Да не, мы с Кузьмой уже делали. Я сам-то сделаю дома на него обзор один. Надо мне кто-то для этого. Похоже на пиво, но скисшее. Как-то вот... Блин, чувак, что это такое? Ну вот пиво, знаешь, вот типа... Которое ты оставил в кружке, и ты просыпаешься с утра жуткого похмелья, и ничего нет, все выпили, и только стоит твое пиво, бля. И ты такой, ебаный в рот, типа. Я сейчас вас всех ошарашу, это детское пюре Тедди. На вкус 100% вообще. В стекле. Я не буду спрашивать, зачем ты ел детское пюре Тедди, чувак. Ну окей. Ну, с аллергией, блядь, еще не такую хуйню поешь, пока обострение идет, чувак. Пока, короче... Хочет казаться вкусным, нефильтрованным, но оно только нефильтрованное из этого всего, но невкусное. Ну, как будто нормальное пиво вот стояло целую ночь, и ты его пьёшь. Оно выдохлось, да. Да-да-да, при том, что тут же есть этот пузырики-то, бля, ёпта, но при этом они вообще не такие, как на пиве. Они, типа, не радуют тебя, они как пенка на молоке, скорее. Что-то такое. Не могу больше пить. Даже, знаешь, в животе как-то... Это пена, естественно, бля, чувак, там все забурлило. Мы смешали вообще все разное, и в конце еще пены заядрили. Ну, это двоечка. Я, ну, даже, наверное, многовато для двойки. Не только из-за того, что... Ну, оно единственное фильтрованное, так понимаю, здесь, да, из всех. Ну, наверное, да, окей, пускай будет. Итого, получается, в лидерах у нас Хайникен. А, ну, вот все, они так стояли. Все правильно, пацаны, расставлено было. Не, ну, впереди-то всех мы больше всего поставили, по-моему, Баклеру. Ну, мы поставили, я не помню, вроде как... Глоускалер у нас мыло, остальное все шляпа. Туборг пахнет только туборгом, бат вообще не пиво. Батлер норм тема получается, еще вот импортные всякие штуки можно расцветать. А если у вас денег нет, то берете 0 Хайникен. А лучше чай майский нахуй, ёпки. Или ромашку заварить. Да, сборы этого нахуй, пиона, блядь, для успокоения нахуй, чтобы это, не нервничать, блядь, сильно. Ну или да, как вариант, зачем ты наливаешь джинтоник за кадром, все же знают, я что это... Я не хочу, что просто... То есть, мне как это нарезать, что Антон пропадает из кадра, а потом начинает пить прозрачную жидкость? Ну, я просто не хотел, мы вроде пиво одно стоит, мы какие-то делаем выводы, и зачем он тут нужен? Нет, пожалуйста, это добавляет антуража. Короче, мой взгляд, это все полное поебень. Типа, если пьешь пиво, пей пиво, а если не пьешь, так пей вкусные безалкогольные напитки. Да, я соглашусь. Благо их достаточно. Там, я не знаю, соки, блядь, ёпта, какую-то такую хуйню. Выпейте квас, в конце концов, да, вот если на то пошло. Да, да, кваску нашего какого-нибудь хорошего, да. Блядь. А то, ну, это поебень какая-то. Попытка усидеть на двух стульях, она ничем хорошим не заканчивается, но Баклер я бы выделил как фаворита для тех, у кого есть деньги и почему-то хочется пить безалкогольное пиво. Мало ли, кто мы такие, чтобы вас, блядь, судить? Да, если вам захотелось. А Хайникен для тех, кто не такой богатый, но тоже по какой-то причине хочет пить безалкогольное пиво. Все остальное я бы и заклятому, блядь, врагу не посоветовал. Это какой-то странный закос под пиво, то ли сладкий иногда, то ли горький, блядь. Да, я на самом деле большего, на самом деле, вообще ждал от Балтики.
почему-то. Вот мне так казалось, что Балтика прям всех порвет почему-то, но оказался вообще одной из самых худших, к сожалению. Да, поэтому, друзья, пишите в комментах, может, мы пропустили какие-нибудь безалкогольные. Можно еще одно замечание сделаю, что все обзоры, которые мы делали на алкоголь, мы сначала садились наоборот, не веселые, а конец был очень веселый. А когда мы начали делать обзор на безалкогольное пиво, мы сели веселые, блин, а закончили так грустно. И назначение этого пива какое? Просто промочи горло, ну, чувак, выпей воды. Ну да, все. То есть это пати-киллер, безалкогольное пиво. Однозначно... Убил вайп, короче, убил вайп. Но вы все равно пишите в комментариях свои любимые виды безалкогольного пива. Может быть, есть какое-то реально стоящее, мало ли. Чем черт не шутит. Но я должен напомнить, что любое пиво, даже безалкогольное, если оно не сильно бьет по печени, очень сильно и негативно сказывается на вашем желудке, а также внешнем, сука, виде, блядь. Так что алкогольное, не безалкогольное, лучше это в качалку бегите, блядь, ёпта. Это ты мог правильно. Да, да, да. А на сегодня все. С вами были Юрий Хованский. Антон Власов. Не забывайте подписываться на меня, спасибо, на Антона, ставить лукасы. Без ваших лукасов никуда. Ну и предлагайте идеи для следующих обзоров. А на сегодня... Пожалуй, все. Да, два раза сказала, на сегодня все. Третий скажу. А на сегодня все.